Я слышу в своей голове. Крики! Останови их! Я больше не хочу их слышать! Мне страшно! Мне так страшно! Моя голова болит! Болит! Простите! Жальтесь надо мной! Выпустите меня отсюда! Я задыхаюсь! А сейчас... Убирайся из моего тела. Прости меня. Освободи меня. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время разобраться окончательно с последней Beauty and the Beast. Красавица уже не первой свежести. Мэнтис. Мы будем проворачивать ту же самую операцию, что и с двумя предыдущими. То есть сначала будем убегать, ни в коем случае ее не ранить. Дождемся того самого измерения и посмотрим, что будет. Снова пофотографируем, заставим поплясать или что-то в этом духе. Сейчас я убираю ненужные куклы мне в данный момент. Посмотрим, что есть у Дребина. Потому что, возможно, не представится возможность больше закупиться. В принципе, оружие нам уже не так нужно. До конца игры осталось совсем-совсем немного. Но предупреждаю вас, особенно тех, кто смотрит первый раз, последний ролик будет чрезвычайно длинным. Но не будем забегать вперед. Сейчас я вооружусь сайгой, которую я вот только что купил у Дребина. Это одно из последних орудий, которое открывается. Это такое, знаете, что-то типа дробовика. Я не знаю, как сказать. Ну, скорострельный дробовик с разными патронами. Очень прикольное оружие, но не сильно нам сейчас пригодится. Потому что я вроде как собираюсь ее пока что ни в коем случае не трогать. Прицела у сайги нет, но вот так вот приблизительно он стреляет. Очень полезен на ближних, средних дистанциях. Можем покрушить тут пока все, что только попадется под руку. Снова посещают воспоминания нас Beauty and the Beast. Ну, тут уже осталась одна Beauty. С ней тоже, по всей видимости, произошло что-то ужасное. Ну, после того, как мы с ней окончательно разберемся, Дребин нам расскажет, что же случилось с ней. Думаю, ее история не такая ужасающая, как у волчицы. У нее-то вообще какая-то жесть. Но ей тоже, поверьте мне, пришлось не сладко. Можно пробежаться по этим проходам. Также тут есть один небольшой секретик. Так, ну-ка, отстань от меня. Get off! Сейчас мы ее перекувырнем. Все, лежи и не дергайся. Нам всего лишь нужно прождать время. Вот тут, как я вам и говорил, в этих проемах полезные предметы. Время нужно не терять и собрать их все. Больше возможности нам здесь прогуляться не представится. После того, как я все соберу, я вам покажу секретик, о котором я вам рассказывал. Возможно, кто в прохождении пропустил. А возможно, просто-напросто не знал о нем. В общем, вот этот проход, по которому сюда я пришел, Снейк, в нем спрятана игрушка. Это игрушка Мэнтис. Скримин Мэнтис Долл. Тут написано, что это, типа, отличный подарок для Сани. На самом деле, я не знаю прямое ее назначение. Ну, может, действительно, Снейк подарит после всего этого замеса
эту игрушку Сани. Но выживет ли Снейк, это тоже большой вопрос. Никаких спойлеров, дорогие друзья, никаких спойлеров. Совсем немного, совсем чуть-чуть нам осталось. Да, и вот сейчас мы, по-моему, перейдем в измерение. Нет, нет, нифига подобного. Воспоминания продолжаются. И танцевать, кстати, она отказывается. Мне вспомнились ковбойские фильмы, когда персонажам бодноги стреляли, и они начинали танцевать. Нет, это начинает кричать. А вот криков мне не надо. Я уже наслушался ваших криков, истерички. Побыстрее с последней разделаться. Кстати, это Beauty and the Beast посимпатичнее волчицы, но похоже, она в возрасте, ну, довольно-таки немолодо выглядит. Поэтому по красоте она, наверное, у меня останется на третьем месте. Но она уж явно красивее этой волчицы, которая вообще, ну, какая-то, ну, совсем не в моем вкусе. Ну давай же уже, сколько можно от тебя бегать? Из всех Beauty and the Beast, по-моему, я от тебя дольше всех бегаю. Уже замучился ждать. Все, все, наконец-то мы переходим в это славное измерение для фотосессии. У нас по-прежнему 3 минутки. Первым делом попробую включить мелодию, под которую танцевала Рейвен. Возможно, Мэнтис тоже под нее затанцует, посмотрим. Так. Да, да, она танцует. Видимо, у нее тоже какая-то восточная кровь. Или, возможно, все Beauty and the Beast танцуют под нее. Кто знает, кто знает. Ну, вот так вот, такой вот прикол. Один из комментаторов моего прохождения говорил, что если лечь на землю, то красавица поползет. Поползет такой игривой, точнее, игривым ползком на карачках. Ну, не знаю, правда ли это. Нет, она не ползет. Ну да, тут она выглядит очень даже ничего. Мне либо кажется, либо она самая такая плотненькая из всех красавиц. Ну, в смысле, такая вот самая крупная девочка. Ну, возможно, мне кажется. По фигуре все равно Рейвен самая симпатичная. А на мордашку самая симпатичная Октопус. В любом случае, у Кодзимы отменный вкус. Что Наоми, что Мэрил, что эти Beauty and the Beast просто на любой вкус красавицы. Не знаю, возможно, если бы с Мэрил можно было бы провести такую же фотосессию, то мне кажется, она бы была самой красивой. То есть мы видим Мэрил только в военной форме, и все ее прелести разглядеть не можем. Хотя Снейк в первой части очень-очень сильно хвалил ее пятую точку. Все мы помним те замечательные строчки диалога, где Мэрил сказала Снейку в кабинке туалета на Shadow Moses: «Тебе хоть что-нибудь во мне нравится?» Снейк ей ответил: «У тебя отличный зад!» А Мэрил ему в ответ: «Сперва мои глаза, потом мой зад. Что же будет дальше, интересно?» А Снейк такой: «На войне никогда не думаешь, что будет дальше». Запомнился мне этот диалог, запомнился. Сейчас лучшее время, чтобы его вспомнить. В общем, отказывается ползать наша красавица. Может, ее как-то и можно заставить, но в этот раз она решила так покрасоваться. Но вот эта поза очень даже ничего. Обязательно. Опа! Когда к ней подходишь, она тут же реагирует, мол, не трогай меня, можешь фотографировать, а трогать нельзя. Время у нас уже подходит к концу. Все самые замечательные кадры я уже сделал. Пора бы и освободить от страданий эту красавицу. Снова я ее освобожу от страданий травматическими патронами. Спи спокойно, Мэнтис. И больше не мучай Снейка ни в каком обличии. Мэнтисам уже давно всем пора умолкнуть навечно. Последний кадр для Атакона. Он очень порадуется этому кадру. Отправим ему на MacBook его. И добиваем Рейвен.
Великолепно, Снейк! Психомантис? Похоже, ты не веришь собственным глазам. Хорошо, я покажу тебе силу величайшего в мире телепата и психокинетика. Начну с чтения твоей личности. Точнее, твоего прошлого. Верно, это не фокус. Это настоящая сила. Что? Где твои данные? Где они сохраняются? Карты памяти нет. Проклятие. Твои навыки улучшились. Или вернее, твоя приставка. Что ж, как насчет этого? Узри мой телекинез. Положи свой геймпад на пол. Или на любую ровную поверхность. Хорошо. А сейчас я заставлю твой геймпад двигаться силой своей мысли. Вибрация вернулась? Война всегда будет с тобой. Ну вот, ты одолел последнее чудовище. Та кукла, что ты подобрал, позволит тебе управлять любым человеком, имеющим наномашины. Дьявольская штука, если тебе интересно мое мнение. Мэнтис была родом из Южной Америки. Она выросла в стране, раздираемой бесконечными гражданскими войнами. Ее деревня подверглась нападению и сгорела дотла, когда она еще была маленькой девочкой. Преследуемая вражескими карательными отрядами, она потеряла всю семью. Все, что ей удалось сохранить, это свою жизнь. В конце концов, она укрылась в подвале одного здания. Подвал был завален трупами. Почти всех этих людей замучили до смерти. Она остолбенела от ужаса. А потом она услышала тяжелые шаги по полу над ее головой, сопровождаемые отчаянными воплями, от которых волосы становились дыбом. Мантис попала под импровизированную камеру пыток. Кто-то запер дверь, и она оказалась в ловушке. Там царила тьма и сырость. А воздух был пропитан невыносимым зловонием. Она не могла спать из-за криков истязаемых. Все, что она могла, сидеть, свернувшись клубком в углу комнаты и дрожать. Прошла неделя, затем 10 дней. Она не умерла от обезвоживания, потому что пила грязную воду, скопившуюся на полу, но никакой еды у нее не было. Оказаться в западне, в таком месте, сходя с ума от голода, все это не могло не отразиться на ее психике. Ты знаешь, что самки богомола пожирают своих партнеров? Крики продолжались день и ночь. Она закрывала уши, но это не помогало. Но затем она была спасена маленьким черным богомолом, который научил ее блокировать крики и как использовать внутренний слух. О чем ты, черт возьми, говоришь? Я говорю, Снейк, о том, что когда Мантис не могла больше удерживать голод, она начала питаться трупами, но только мужскими. Она не понимала, что делает. В ее сознании она была самкой богомола, пожирающая своих партнеров. Это походило на сплошной извращенный сон наяву. Конечно, не было никакого богомола, лишь галлюцинация. Ничто иное, как образ, родившийся в ее сознании. Ее нестойкий разум сделал ее такой уязвимой.
Позже они выжгли из ее разума все, что оставалось с помощью наркотиков и гипноза, и внедрили личность Психомантиса. Она управляла BNB не по своей воле. Это был Психомантис, наполовину слившийся с ее душой, дергающей за ниточки. Скриминг Мантис была всего лишь еще одной марионеткой. Так или иначе, после нескольких недель, проведенных в той адской бездне, она вернулась на поверхность. Но крики в ее голове не ослабевали. Она всегда оставалась с ней. Только теперь они не были реальны. Внутренние затычки для ушей не могли удержать. Черный богомол исчез. Ей некуда было бежать от этих криков. Вот почему она всегда кричала, чтобы заглушить те крики, что звучали в ее голове. Но теперь все кончено. Ты освободил Мантис от этого беспросветного кошмара. Последний из чудовищ. Точно, друг. Ну, я сыграл свою роль рассказчика, теперь тебе пора двигаться дальше. GW ждет. И на сей раз ты должен закончить эту историю.